Второе место на этапе в Китае, затем бронзовая медаль на этапе в Париже, но затем была травма и пришлось сезон завершить. Не смогла она выступить в финале Гран-при, затем пропустила чемпионат России. И вот новый сезон, который она начала весьма успешно, выиграв турнир в Финляндии. Самый настоящий праздник устроили всем любителям фигурного катания, фигуристки на этом этапе. Замечательные программы следуют одна за другой. Вот встают трибуны, тут зрители понимают толк в фигурном катании. Действительно приветствуют великолепное выступление нашей Юлии Липницкой. Сначала Грейси Голд.